Многое можно забыть в жизни. Радости, огорчения, обретения и потери, но никогда не забыть тяжких дней нашей Родины. Может быть, секрет долголетия песен Победы в том, что их писали очевидцы и участники событий, и они хранят истинную правду чувств и событий? Народная артистка России Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Огонек! На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? Подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было задумано, все исполнится в срок. Не погаснет без времени золотой огонек. Становится радостно на душе у бойца от такого хорошего, от ее письмеца. И врага ненавистного крепче бьет паренек за любимую родину, за родной огонек. Вас всех с великой победой!